усталые игрушки. Привет, друзья! Сегодня мы разберем случай в Колорадо. Ночью камера видеонаблюдения сняла существо, похожее на Добби из Гарри Поттера. Ну или на Чела со штанами на голове. А пока позырьте на этот коммент, мне надо сделать видос длиннее. Ладно, я могу сказать точный адрес участка из видео. США, Колорадо, Ладжунта, Смитленд Авеню, участок 1620. Вы скажите, что у этого участка нет забора, но эти кадры утверждают обратное. Вивиан Гомес owns the house where the video was shot, and this is Bobby, her 9-year-old son. Дом принадлежит Вивиан Гомес, которая и выложила этот ролик в сеть. У нее есть маленький сын. Он примерно такого же роста, как и существо, и посмотрите, как он с трусами на голове похож на это существо. Также прошу обратить внимание на тень открывшейся двери из начала ролика. Значит, что существо вышло из дома, и это еще один аргумент в пользу того, что это малец. В общем, видео оказалось фейком, а существо на видео — это просто малолетка с трусами на голове.